Там твой Кен Диман играет. Кайзер. Я в друзьях сам Кайзер? Бля. Не, он его заебывал, блядь, один кон, блядь, катка была, блядь. Он накупил хую тучу минометов, короче, и Димана заебывал. Именно по нему только хуя. Моя любимая карта. Так, хоп, убираем, ставим новые. Развертываем. И БМП-3. А сколько наших закрасных играет на всякий случай? Посмотри. Я не умею. Я... 1, 2. 8, спасибо. Не наших. Спасибо. А микс разве наш? Да. А ну, кто это микс? Не, в смысле, вот кто здесь сидит. А. Я-то знаю, что он такой хорошо играющий. Потому что вон мне начали писать, я вот насчет этого и спрашивал. Угу. Ну, одно место точно есть. В общем-то, есть даже и второе. Если надо будет, я могу уступить. Не-не-не. Нет уж, нет, фиг тебе. Страдай. Я могу и в Варно пойти поиграть. Ну, мы только что в Варно играли. Блин, Варно мне больше нравится уже, чем Варгейм. Ну, хуй знает. Но... Если ты тот человек, по которому... Есть свои моменты. Если ты тот человек, по которому стреляет артиллерия, конечно, тебе Варно будет больше нравиться. В 2 раза порезана ствольная, в 3 раза реактивная артиллерия. Да, ну там ураган, блядь. Один ураган. Да, в одно. Я сравнивал уже статистики и выкладывал картинки. Механика та же, цифры вообще в 2-3 раза ниже. Как скажете, сэр. Потому что я был свидетелем, как 7 моих ствольных гаубиц не могли убить блядский хок, который люди руками вытолкали из огня. Просто из ада, который устроили 7 гаубиц. Я после этого просто удалил игру нахуй. Ты зря. Что-то рассуждение, да, стреляет у них. Играй в это говно, действительно, ну чё бы и нет. Подумаешь, люди руками толкают сквозь осколки. А нам никто не стреляет. Я максимально удивлен. Я тоже. Там и Израиль был. Налево стреляю из гаубиц как раз-таки. Да, я туда уже стрелял. И залп. Много вертолетов. Много вертолетов справа. Да, я качую вот как раз направо. Один купил Апачи, второй Целтики. Противовоздушные. А почему мы не стреляли? Да, блядь. Одна они не стреляет. Почему мы не стреляли? Ох, там жирнюга едет какая, блядь, гусеница, блядь. Сука. Это гаубица, это был топовый пкан, и он сгорел. Если у кого есть чем стрельнуть, поставил метку. А сбили бобра-то вражеского, юаровского. А справа вот это вот, что за фигня? Нам прям под брюхо зашли. Самолет на центре вражеский. Не, ну если не будет вот так вот вообще никак у нас ПВО наземного, то... Сорян. Мы и не такое увидим. Да, я прям на чистую не буду сливать все свои самолеты-то на старте, вы чё? Хоть какой-то. Вот у Хохмача есть Торы, а больше ничего нету там. Страдает, сука. Пиздец, блядь. Надо откатываться, бля. Танков нет, ничего нет. Вас там сейчас расстреляют к херам. Хорошая новость. Справа сидят АМХ 40 французские, которые говно. Да, под нашу базу уже. ПШК. АФК. П. Т. Бля, там один Абрамс осталось добить, блин. Нормально. Томкэт в воздухе. Фаер, он пишет воздух. Микс пишет воздух русскими буквами. ЦВ-шка УАЗик можете выбить. Где наши войска, которые на Ане должны быть? А, туда никто не пошел. Как обычно. А, это нормально. Вот эти вот ребята дружно пошли одной только пехоты без малейшего прикрытия. Я не понимаю, зачем это. Прикрытия? А что ну, прикрывает эту пехоту? Там только пехота. Тунгуска, блядь, и где они? Уллерик меня регулярно какой-то, блядь, жесткой артой накрывает. Че там, ты ж контришь? Томкэт справа. Один мкан даже погиб уже. Так ему и надо, блядь. Блядь, два раза заправились, один раз заправились, по пол фобов нету, блядь, двух фобов, блядь. Это вы чем заправились, простите меня? Этими арканами. А. Еще там какая-то надо сбить. Будь то не Бен Ладен. Прощайте, самолеты. Блин, второй не взял Томкэт. Блять, Тора будут попадать или нет? Корсар с покерфейсом просто летает. Надо. Ну, я же говорю, вот это нет, как. Ты посмотри, сколько по нему стреляет. Наконец, его сбили из ПЗРК. Ну, из ПЗРК-то. А где вообще наземное ПВО? 10 человек. Еще раз, я видел... Торы видел. По нему стреляла Оса. И избили его ПЗРК. Я согласен, справа есть, в центре нету ПВО, вообще никакого. Еще раз, он залетел аж к нам на фил. По нему стреляло 7 установок, по нему никто не попадал. Ну, от этого ни холодно, ни жарко. А, то есть у нас должно быть 40 установок, которые не будут попадать. Мне вот приходится сливать свои топовые самолеты, чтобы перебить их Томкэта, чтобы хоть как-то потом можно было воевать. А меня сбивают на ровном месте, потом в задницу F-15. Вот еще самолета 3-4, у меня все истребители кончатся. У меня у авиатора. Потому что все перебили уже практически. Вот сейчас Хахмач свои сольет тоже. Почему точка Анна Дайармаз закончила? Я поменял пушку на Томкэта. Вот, да. Сейчас, Артем, прикрой 3 минуты. Вот еще, по-моему, один упал. Или подранили только пушку. Вот я вместо того, чтобы покупать мсты, я покупаю тебе ПВО. Спасибо. Искренне спасибо, без подколок. Вместо того, чтобы не вылетать и умирать над центром карты или вообще по ту сторону линии. Вот эту хуйню, бля, убейте, пожалуйста, блядь, которая по БМП-3 стреляет, по-моему. А какая хуйня стреляет по БМП-3? Да хуй его знает. Любую. Залупа бьет по мне, блядь. Это прямо сейчас умирает. Равин слева. Истребитель справа. Это хуйня, это М107. Все, целая батарея уничтожена, 4 штуки. Красавчик. У нас со стрелочки сейчас стреляет. Улик, да, аккуратно. Постреляй, пожалуйста, по ЦВшке на их базе. Чем? Ой, на их базе. А у тебя нету... А, все, кто-то стреляет. Ты же сказал спасибо. Я думал, у тебя со старта есть. Какой со старта? Ты видел цены современные на артиллерию? Кстати, по нам вот херачат в ответ из-за этого придурка. Да, да, да. Вертараж на центр. Хреново. Там не, он, кстати, зайдет, просто расстреляет вас и уйдет обратно. Я... Это не вертараж, это так. Нет, ну танки он мои, это разваливает. Ну да. Ну, в смысле, что он на базу не пойдет. Оно ему не особо надо. Он до базы не дойдет. Да, поэтому не пойдет. Поэтому ему и не надо. Вылез, расстрелял, все на поле, улетел заправляться. Молодец, что? Да. В принципе, это нормально. А 10-й собирает нас. А 10-й это хорошо. Куда нам отправляться, сэр? Он летит в кучу ПЗРК. Да я думаю, он собирать летит нас, чтобы потом во-во-во подловить нас на выходе. Ну, он подловил так, что один самолет потерял. А 10-й потерял? Не, да? Не, он... А, он их разделил в разные стороны. А ты смотри, он летал от 20, теперь один летает. Вон, видишь? И какие-нибудь томкэты должны собрать все, что там неправильно летает у нас. Вот сейчас вот здорово было бы, если там ПВО собрало все это говно. Ну, мои буки туда только едут. Вот везучие, везучие какие. У него каждый второй самолет на одном хп ушел. Да. Но скотина ушел при этом. Серов бомбит Мальку на нашей базе. Да потому что сейчас все фобы вынесут. И так нехрен делать. Куда нам отправляться, сэр? А как ник этого человека хотя бы был? Который не Пригожин. Который вот второй снизу. Но у меня во всяком случае кул и что-то там много букв еще. Это кто дымит? Они? Враг. Да. Высказываем недовольство. Я не понимаю, как ты играешь на этом фланге, если ты даже не понимаешь, с какой стороны прилетает дымовой снаряд? А я играл на левом сейчас, я там пиздился. А я сейчас переключаюсь на центр, смотрю, бля, куча дымов, бля, каких-то сраных. Они, кстати, хорошо расставили минометы. Да. Так лихо не накроешь их. Ну, они что так играют? Да ладно. Правда, что ли? Да, як. 141 серофовский. Да. Конечно. Мне даже пришлось... Слева вертушки. Батарея буков. Много говновертушек. Вась, отправляй БМП-3, блядь. Чё они у тебя там тусят, блядь? Нахуй ты пошел пехотой, пиздец, блядь. Ёбаный рот, блядь. Этого казино. Очень много. Израиль накрывает. Блять, кельтики. Вот только кельтиков мне там не хватало. Он то ли базу накрывает. По-моему, базу, где вертолеты. Да. Там Малка стреляла, и вертолеты этого дебила стоят. Он сейчас потеряет всю свою армию. Который на кей? Да. Ну и пусть. Я только за. А, не факт, что он оттуда стрелял. Он просто, в принципе, просто... Простреливает всю базу? Ну, все пригороды. Ну, я свою ЦВ-шку там спрятал сзади за стрелочкой. Пиздец, бля, Васяк, зря ты туда пошел, пехоты, бля. Разъебали тебе все там, блядь, и фланг открытый теперь остался, бля. Карьер на центр. Ну, блядь, успей. Да. Да что ты, сука, блядь, залипаешь? Да ну давай уже стреляет, ебаная тунгуска, блядь. Блядская хуйня, блядь. Никуда не попала, блядь. Сука, все ракеты нахуй въебала, блядь, ради одного вертолета. Блядь. Равина, сбейте лучше, блядь. Сбили. Да сука, блядь. Томкэт в воздухе. Оппонент потерял несколько минометов, которые работали по центру. 4 штуки. Куда нам отправляться, сэр? Проверка завершена, к вылету готовы. Держитесь крепче, взлетаем. Ух. Все, клиента подпустил, блин, нормально. Че там, Артем? Да нахуй ты пошел туда, блядь, пиздец. Да, надо было куда-то идти, блин. Я же да, не могу. Остановился бы и все, стоял бы там, блядь. Да ладно. Сейчас отожму. Я где-то это слышал. Угу, на старте. Годфазер что-то как-то героически решил умереть. На таран падай, на вертолеты. Варно Су-24 тоже в одну сторону летает. Без вариантов. F-14 в воздухе. Да, 31-й тоже. И стопудово он по мне попадет, а я по нему нет. Потому что у него 4 ракеты полетят, а у меня 2. Добивай, добивай, блядь. Нечем добивать. Ну, сейчас должна долететь, хотя бы одна долетела. Да, повезло. Ребята, а вот, что там, в лес, может быть, вот у вас кроме пехоты что-то есть? Ну, нет. Я в смысле... У вас только пехота в деке? Вообще ничего нету? Никакого ПВО, никаких танков, только пехота? Ну, 3 стрелы стоят, там 5 стрел стоит, блядь, одна тунгуска, блядь. Что тебе еще надо? Ну, ПВО, которое будет... Вот сейчас... А, это мы... Ладно, хорошо. Просто вас будет 117-й тот же бомбить, а у вас одна тунгуска и то рандомовская. Вам даже отбиваться нечем. Вот ее пристрелили керам. Вот, лонгбоу прилетел, сейчас будет из пушки всех расстреливать. Он же сейчас опять с этой кучей своих говновертарашей зайдет. Так я пролез на Анну. Опять сейчас пришло 50 пехотинцев и ничего их не охраняет. Да ну как не охраняет? 5 стрел. Никс купил 40 отрядов пехоты на БМП-1. Сейчас победим. Просто процессор у врага испепелится от таких нагрузок. Уллерик, там... Блядь, где эти педики? Вот, вот сюда, пожалуйста. Я насып. Знаю, я стреляю. Насып просто 3D. Вот сюда кассеты попробуй, видишь, так все эти. Когда они стреляют по кому-то другому, тебя не достают. Они тебя достают только когда по тебе стреляют. Я же говорю, Варно играют те, кому не нравится, когда по ним стреляет артиллерия. Потому что она вообще не наносит урона. Ну, это естественная реакция вообще. Когда тебя пытаются изнасиловать, ты очень этим недоволен. Не знаю, а когда они пытаются, да в принципе, да и хрен бы с ним. Нет, ну, когда она стреляет в кого-то другого, и, блин, я не вижу этого. Тоже верно, согласен. Ну, то есть это нормальная реакция человека, когда тебя пытаются бить, тебе это не нравится, когда другого бьют. Я тебе скажу так, что, блядь, леопард? Серов, фишку убирай. А чё там? Почему? Там Целтики. Смелый леопард, да? Блядь, давайте город этот заберем, Годфазер. Давайте, есть пехота? Да, есть, я сейчас заказываю. Подожди, не спеши. А, я их не буду заряжать больше, потому что мне, блядь, сейчас все кончится, я выжру, иначе все снабжение у вас. Поэтому я чуть-чуть спад... Да я думаю, Уллерик выводит против. Херню справа занимаются. Чай все свои, родные. Чё эти... Снабжение экономить, чтобы их расстреляли? Живи? Да, вот они летят. Слушай, 24 напрягает. Пишу, два хоба нет. Где? Да. Если хочешь, я тебе, кстати, мишку какую-нибудь поставлю. Нет. Ну и нет. Ладно. Нет. Нет. На ночь не жру. В смысле, какие мсты? У нас же все на месте. А кто вышел? Он просто не вышел еще из игры. Сбили. Противорадарный торнадо меня хочет пасти. На тебе в брюхо 3 ракеты. Вот вертушечки пошли налево. Как он видит вот эту хуйню? Объясните мне, блядь. Какую хуйню он видит? Вот он просто будет. Заливает всю базу уже второй раз. О чем ты? Это не база же уже. Он видимо, догадался. Он первый раз так кинул в пустое поле. И случайно попал на вертолеты рандомы. Представляешь, какую площадь он обстреливает. Как бы что-то зацепишь. Да. Удивительно, у меня грузовички пережили эту хуйню. Синдром, у тебя твой МиГ-29 с кассетами далеко, там Малька снова с базы стреляет. Синдрома с нами нету. Ой, Серов. Ну, Серов синдром есть. Что вы хотите от человека, который с температурой тут сидит? Чтобы он выигрывал войну. Снаряды поставляла, поставляй нам снаряды. Карту наказал, я тебя только этого хотел, чтобы ты наказал Артема. Хочешь, я покажу, что я могу быть сильно разрушительнее, чем ты, Арте? Да. Да, хотим. Покажи нам свою Арту. Ты на воздухе играешь, я тебе ничего не покажу. Так, я штурмую город. Давай. Я уехал. ЦВ-шка где у нас на базе? Поставить мне свою? Выгружай, Сибиряк. Как же вы Сибиряк, выгружай. Передать войска. Потому что вот Пригожин вышел, мне бы передали его 14, чтобы у меня было 8. Это был бы такой разъеб. Сибиряк, ты выгрузился? Нет, поставил метку, поставил. На базе у нас. Минус 2 южноафриканских жирафа. Ох, дайте бог здоровья. А вот этому пидору, который херачит по фобам... Что-нибудь нехорошее я еще не придумал. Что-то обязательно что-нибудь нехорошее. Он не по фобам стреляет, там оттуда Малка стреляла. Че Малка делает в лесу? Ну, вот спроси у человека с ником на К. А, этот дебил заново решил? О, блядь, у меня город... А то, что я к тебе обращался я сидел. С фразой, где у тебя этот, как его? Я думал, ты... Я ничего не думал, я не услышал, ладно. Помогай. То есть, бля, требовать, чтобы я побеждал, когда я смотрю температуру, ты можешь. А слушай, что я говорю, до этого ты не можешь. Я слева пытаюсь спасти положение. Ну, спасай. Спасаю. Возможно, это будет стоить жизнь нескольким пилотам. Возможно, всем. Что такое всем? Так, мелочь. Песчинка. Суки, заебались своими вертолетами, блядь. Большие орудия в пути, сэр. Еще один торнадо противорадарный упал. Теперь у него в деких не остался, его можно брать. Опять по базе херачит. Вот уже теперь по фобам. Бля, в город между этим, между Анной и Дмитрием. Че, кто-нибудь что-нибудь засовывает, кроме моих мотострелков? Конкурсы сейчас отправлю. Там конкурсы там и ПЗРК. Конкурсы ПЗРК. ПЗРК нету в Республике. Я отправлю 2 ПЗРК. Интересно, я патриот это таки убил? Или почему? Вот здесь Роланд. Прям очень интересно, почему ПВО на центре перестало работать. В смысле? О, я им на Борисе кошемку выбил. Ой, дайте бог здоровья. У меня одного Тора просто пригорюнили. Микс, блин, атаку устроил. В атаку. И удивительно, что она у него получается пока. Давайте пока Да уже все, Борис их. Или ты про что хотел сказать? Про базу, я думал. Нет? А что ты туда сделаешь? Нам с какой стороны туда подлетать, простите? Все, хорошо, ничего не будем делать. Не, нам пока надо за Федором там укрепляться. Пока они тут... Ну, ты предлагаешь взять Т-образный лес? Я предлагаю, да. Давай. Старайтесь только не умереть самолетами, пытаясь поддержать пехоту на центре. То, что с той стрелочки слишком сильно ближе будет пустить ракету. Я сейчас слегка своими откидаю, чтобы с той стороны стал меньше актеров. Ладно, не доехали мои, блядь, конкурсы. А, или нет, едут. Серов, уйди оттуда. Откуда оттуда-то? Дельта Форс. Да там один пехотинец всего. Сибиряк, у тебя куда-то поехали конкурсы на роботе. Иди туда. Спасибо. У серф еще и грады в деке есть. Это единственное, что у меня есть из арты. А, у тебя десантная, что ли? У него воздух? Нет, у меня воздушная. Равина в центре. Блять, а чем воздушная отличается от десантной? Тем, что в десантной есть пехота на вертолетах, а у него ее нет. Не, ну, кстати, да. Пиздец, блин. Я мог бы ее взять, но у меня есть отдельная, которая именно с пехоты на вертолетах. Вот это надо законтрить, говно, блядь, вот это вот. Да там все надо контрить. Там ты говно. Корсары на центре много при поддержке противорадаров. Да, первый противорадар попробую сбить, но вряд ли. Вертолеты на центр. Радары кончились. Хозяин, сваливай отсюда, тебя спалили. Они потом... Ну, сейчас тебя убьют ЦВ-шку, и у нас снова там не будет ЦВ-шки. Блять, пока вылетел, 4 танка пролетел. Блять, да куда он не бьет, а? Я же не говорю, куда ехать. А, ПЗРК распиздячили в городе Артой. Блин, и мне грады расхренячили, да. Блять, грады, вот самая, мне кажется, бесполезная херня. Но когда надо было перепугать всех, вот в этом лесу, когда вы их штурмовали, да, чтобы тогда у них точность тогда мог была меньше. Разъединить их на сильно большую площадь. Так мне их расхренячили уже на базе, когда они заправлялись. Нет, в любом случае ты их мог разделить, чтобы просто большую территорию накрыть. Варно в этом плане гораздо прикольнее. Варно во всем прикольнее. Да. Мы согласны. Это количество людей, которые в него играют. Кстати, одинаково играют. Ну, играют одинаково. Нет, там уже 1000 тоже играют, я как и здесь, играл, даже побольше. Где-то в районе 650 человек было. Да. Там катка собирается гораздо быстрее. Да. Вот прям. Игра более современная, туда заходят новички куда активнее. Это здесь уже старые пердуны типа нас играют только. А так игра-то особо не популярна уже. Ты просто давно, наверное, в нее играл, Уллерик. Да. А можете выбить вот здесь Мардер? Я попробую вертушками перебить. Кстати, кассеты убивают пехоту. Ты... Здорово. Реализм. Оберегись. Самолет на центр. Много истребителей налево. Блять, мои в перезарядке. Да что за нахер? Почему не... Так, еще раз. Бедная моя пехота, ее расстреляли прям на ровном месте. Куда-то по базе летит. Блин, попробую единственный свой град спрятать. Может, выживет. По фобам кидают, они фобы увидели ближайшие. Да я думаю, опять. Таким образом? Всю базу просто закидывают опять. Нет, что-то по фобам. Да? Убивает. А, ну по взрыву, когда по фоб попадаешь. Может, кто-то знает эту фичу. Нет. Как далеко вражеские вертолеты вообще долетали? Что они могли увидеть? Здесь были последние вертолеты. Солвин, на тебя налетают. Хуйня сейчас вся полетит к нам на базу, мне кажется. Какая именно? Слева. Нет, им это не нужно, сливать все свои верты. Они просто вот так прилетают, расстреливают все и улетают перезаряжаться. Поймал еще одного топового букана, еще одну кушаем. Это кучка леопардов едет в лес. Может, слева наступление говнами. Ну как говнами? 2-4 не такое уж. Да? А, я видел там говны только, но печаль. А сколько 2/4 по отношению к остальным танкам? 3. Ну я вижу 3. Ну а соотношение 1 на 3? Слышь, ты своей математикой тут, давай не умничай. А что вот ты мне сделаешь? 1 к 3, я в другом городе, да? Что ты мне делаешь? Что ты мне сделаешь, мне температура? Я уже практически в Алхале. Не, ночью прям сегодня было прям вау. Кайфануло. Спецэффекты? Да. Да есть же просто насквозь. Есть же рецепт Уллерик. Как капля дождевой воды на стакан спирта. А что такое? Не понравилось куча вертолетов? Если хотите увидеть боль и ненависть, посмотрите вот сюда. Ты вон слева посмотри, там такие мочиловые идут. То мы их, то они нас. Непонятно, кто кого насилует. За это тебе вышел, да, сразу. Один авиатор вышел, по-моему. Матрас ушел. Парень потерял 3 батареи. Стал М107, М109. Ой! Не, ну когда у тебя игра сваливаем, от артиллерии, то это да. Не знаю, у меня как бы артиллерия кончилась, окей, я перехожу на землю. У меня для этого есть бронепоплавковая здесь. Получается, я накрыл все-таки патриоты на центре, потому что они больше не стреляли. Еще один ушел. О, Хамвик, Хамвик, я упер Хамвик. Спасайся, Хамвик. Ты украл Хамви? Да. Подожди, есть транспортный Хамви? Зачем транспортный? Не транспортный, а вполне себе с хавчиком. А дай на него ссылку, где на него можно посмотреть. Это с какой стороны? Короче, неважно. Он выглядит как Хамвик, все. Значит, он Хамвик. Хемид, да. Это Хемид, блядь. Я его называю Хамвик. Он рад. Это моя с ним игра. Просто пытаюсь увидеть, где ты его украл, с какой стороны поля боя. О, вот это там едет колбаса, нахуй. Да. Сейчас этой колбасе будет сильно неприятно. Это было бы неплохо. Да, почти 4 штуки он потерял. 15 сау сжег. Там наконец дым развеялся. И можно посчитать, сколько погибло. Опять вертараж какой-то копит, бля. Да ничего не копит, это те зарядились и вернулись обратно. Да нет, это другие уже. Вон, я если что, твоих заряжаю. Танки в этой игре бесят. Они в районе города тут творят максимальную дичь, которую можно творить, блин, в этой игре. А вот Варно вы бы видели. Ну, кстати, в Варно они более-менее нормально себя ведут. Бля, чё, Варно за синих вообще говно. Невозможно играть за синих, кроме как вертарашем, бля. Вертарашем в Варно? Господи, он и там есть? Да, целых 4 боевых вертолета. Да, вот я тоже как-то... После того, как я увидел... Я вылетаю, вот мы с Диманом вылетаем, у нас в районе 15 вертолетов. Бля... Вот но это вертараж, стратегический. Прям до Киева долетаете. Ты можешь, блядь, пиздиться ими, блядь, там. И тут моя дека из Варгеймов 150 крокодилов такая, ну да, ну да. Да, причем тут 150 крокодилов. Я тебе говорю, что в Варно, блядь, вертолеты намного лучше решают, чем здесь. Да, да, и там вертолеты очень крепкие и прям такие лютые. Там если в тур прилетает, так прилетает с вертолета. Так, я куда ставить снабжение вам? А то у нас хопчики кончились. Да, давай. Вы не будете против, если я против ПВО вертолеты обработаю сейчас слегка? Только за. Ну там летят, летят. Но парни, вот один авиатор остался, все, те сдулись. Это не моя... Пиздулись. Пиздулись, пиздулись. Ждем новых приказаний. Ждем новых приказаний. Хозяин, тебе норм? Стрелять от двух Ми-26-х. Ладно, ты приехал зарядиться, но стрелять-то от них за что? Я думаю, он только за. Опылил. Я же не вижу, я там их расставил специально, где мсту, это, ну, где нет, безлюдно, да? Ну, настолько безлюдно, что ты от них и зарядился, и пострелял. О, Серов, тащи снабжение. Куда? Стрелом. Каким стрелом? Метку ставь. Ты что, стрелы не видишь? Блять, блять. Сука, он в лесу посадил снабжение. Вот же шпидер, блядь. Вот. Вот здесь. Два. Один уже умер. Отъехал Уралы зарядить, блин. Че, пристрелили? Не-не-не, приехал Годфазер, сделал логистическую операцию. А, ну... БМП-шками своими третьими. Да там никого не было, ты не понимаешь. Так, у меня Ми-6 там стоит, ну че, блин. Да, Ми-6... Я специально собрался туда, блин. Твой Ми-6, он пустой, он при этом так, все это твое говно высосало еще... Мой Ми-6. Я новый Ми-6 заказал для своих БМП-3. Давайте я поставлю вам этот 26-й. Куда? Поставьте метку. Куда же ставь? Давай. А, нет, уже есть этот. Богатенький Уллерик. С 6 фобами. У меня так-то уже отсосали изрядную часть фобов. Ну, у тебя отсосали, да, это правда. Поэтому я бы не говорил, что я прям очень богатый. Да что за нафиг, почему... У меня почему-то не фиксируется на кнопочке самолета. Я все сделал уже 5-й раз. Свернись, развернись. Ну все, половина самолетов просто... Потерялось, их расстреляют. Да. 4 самолета упало, ну супер. Проверь, может, у тебя сейчас что-то на контроле, и поэтому у тебя такое произошло. Палец у меня на контроле. Ну, здорово. Его не надо изредка отпускать. Опять вертолет. Надо действительно перезапустить игру будет, но не фиксируется на циферке. Ну а свернуть, развернуть ты ее попробовал? Уже незачем, самолетов нету. Ну действительно, у тебя есть проблема, да зачем ее решать? Господи боже. Как ты до 30-то дожил? Вы, походу, стали в стандартные карты играть. Нет. Чего? Ну, просто я первый раз вижу, что вы играли дым над водой. Мы на ней не играем. Ты смотришь на кого-то другого? Да, на какой-то сервер левый зашел, еще что-то комментирует. Вот ты сидишь, Серов. Дым над водой. Ну, это Скопикус, значит, зашел. Который даже не представился, видимо. Скопикус тоже сидит. Ну вот он втихаря поменял карту и не сказал здравствуйте. Смотришь, никто стрим не дает. Но он на сервер зашел, а карту уже поменяли на сервере. А, кто-то там поставил дым над водой. Да, и кто бы это мог быть, блять? Такой умный и тихий. Ну вот он на дыме будет играть. Да, пусть играет. А мы на Варно пойдем. Точно. Я пойду в там танки да. Лучше. Арта хуже. Полет. Верты крутые, да. Девки дрочат. Бля. Лети, Васек, туда, блядь, прямой. Прямой, Васек. Прямой море ныряет. Вообще, там вроде только твои вертухи. Не знаю, я вон мышкой смотрю, только Годфазер написано у всех. А с над городом, блядь. Я пехоту зачищаю. Да, нахуй зачищать. Есть четко, блядь, наверное, сейчас. Раскумарить их, блядь. Блядь, по-моему, это неравный бой. Да, чутка так. Базу у них нет. Да, мои фобы тоже высосаны. Это наше небо. А мой 26-й как стоял одиноко, так и стоит. Никому не нужный. Ну и ладно. Ну и не хотелось. Ой-ой-ой, там бакок какой-то пидор сидит. Ну, смотрите, сколько у них фобов. Вот какой фобов вот длинный какой ник. Компенсирует. Я бы из этих фобов поел. Фига себе, 24-й отбомбился и ушел живым. Предлагаю его за это забанить. Да. Слушай, у них реально фобы еще не пустые. Да. Это ж сколько там было фобов? Фига себе. А то вторая волна внезапно. О, Чифтона купил. Вспомнил, что у него есть Чифтона. Ты, блядь, автоматики. Может, не будем их убивать? Давайте мы бронепоплавку в бой. Нет, давайте уже их добьем нахер. После того, что они с нами сделали, только убивать. А, я предлагаю жизнь доброй воли. Предлагаете. Да. Жест доброй воли, это хорошо. Но уже поздно. Кто там входит и выходит у нас? Скопикус, у которого ничего не работает. Входит и выходит. Скопикус, а ты постоянно входишь и выходишь у нас? У него ничего не работает, поэтому он тебе вряд ли ответит. Так. Скопикус ушел в игру. Смотрим. Все, ставлю ЦВ-шку на их базу. Не стреляйте. Ну, вот Скопикус приперся. Вот эта кошелянка, блядь, пипец. Сильно уж хорошо съебывается, блядь. Так. Вот он, злобный артист. Возмущается, что этот... Что не дали победу. Ну, артиллерист потерял больше, чем настрелял. А кто был артиллерист? 7900 я нахуячил, бля. Матрах. Да? Это он был артиллеристом? Ну, он вышел сразу же, как только я сжег все 109-е.